Мы продолжаем наш телемарафон, который превратился в настоящий марафон по коридорам и кабинетам студии. И сейчас мы сходим в центральную аппаратную. Лично я о ней знаю только то, что отсюда все наши программы выходят в эфир. Все, не знаю больше ничего. А вот эти парни знают и сейчас нам обо всем расскажут. Как вы вообще за всем успеваете следить? Чем вы здесь занимаетесь? Мы отсюда выпускаем в эфир передачи, те, которые делает студия. И следим за всеми записями, то, что пишется в студии. Сергей, ну а мониторов столько зачем вам? Ну, потому что мы контролируем видеосигнал, который отправляем и на области, и в интернет, и на кабельным операторам, и в Полыковище. Почему на одном мониторе картинка уже идет, а на втором только начинается? Ну, потому что идет небольшая задержка при обработке сигнала на видеосервере. Я вообще-то ничего не поняла, но, наверное, так и надо. Так надо? Да, так надо. Понятно. Вот это понятно. Эфир у нас один и все-таки не один. Показываем мы для всех, но по-разному. Вот так.